Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Выполним упражнение номер 1 на странице 6. Прочитаем задание. Заполни таблицу. Найди значение выражений а плюс 8 и а минус 7 при заданных значениях а. Давайте рассмотрим эту таблицу. На первой строчке у нас написано а и даны заданные значения а, данные числа. На второй строчке у нас записано а плюс 8. Это значит, что в это выражение вместо а мы должны будем по очереди подставлять данные значения а. Подставляем сначала 8. У нас получается пример 8 плюс 8 равно 16. Следующее 9. Получается пример 9 плюс 8. Ну, если 8 плюс 8 это 16, то 9 плюс 8 должно быть на 1 больше. 17. Следующее. 12 плюс 8. Удобнее сложить единицы. 8 плюс 2 – 10, и еще 10 – 20. 17 плюс 8. Сложим также единицы. 8 плюс 7 получается 15, и еще 10 – 25. 36 плюс 8. 8 плюс 6 – 14, и 14 плюс 30 получается 44. 54 плюс 8. 8 плюс 4 – 12, и плюс 50 – 62. Теперь мы должны посмотреть на последнюю строчку. Здесь записано выражение а минус 7. Вместо а мы будем также подставлять значение выражения а, то есть вот эти заданные значения. Подставляем сначала 8. 8 минус 7 получится 1. Подставляем следующее значение а – 9. 9 минус 7 получается 2. Подставляем следующее – 12 минус 7 получается 5. Следующее число – 17. 17 минус 7 получается 10. Следующее число – 36 минус 7. Для того, чтобы из числа 36 вычесть 7, мы займем 1 десяток. Из 16 будем вычитать 7. Это получается 9. И у нас уже остается не 30, а 20. 29. И последнее число – 54 минус 7. Аналогично из 14 вычитаем 7, это получается 7, и у нас уже не 50, а мы заняли 1 десяток 40, получается 47. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения, пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.